победы. Задымай, перебегай. Я хаб вижу. Это наш хаб, это наш хаб. Печально. Это на пулеметах работаете, блин. Они видят, блин. Работайте, работайте. Работайте, бля. Так, мне бы, блядь, перевязаться, конечно. Перевяжешься скоро. Нам ими. Когда ты течешь, тогда перевяжешься. Ну выходи, перевязывайся. Я выйду, перевяжусь, парни. Выходи, перевязывайся. Ты убил. Да. Нет, ты убил. Ты убил. Есть чем перевязаться? Архидири, два сквада. Крыша, по-моему. Крыша. Тут здание подходит. Справа, блядь, слева. Бляха, третий, давай рейси. Саплайка. Добровский саплай. Не знаю, блядь, по звуку слышу просто. Послушай. Вижу. Бля, без поддержки долго не, ну, не протянем. Бля, вовремя. Нам еще и давить надо. Они да, сейчас к вам приедут, они на секундочку закатятся к нам, помогут нам обустроиться и к вам приедут. Потерпите чуть-чуть. На прицеле. Вижу. Еще западнее есть. О, восточнее есть. Рация. Бегу. На втором бегает чел, блядь. Противник. Помощь.
куда вас подвезти? Ну, она, наверное, полная. Так, у меня полная сопля, куда подъехать? Они копают, гадайте здесь. Можете забирать. Да, куда отвезти боеприпасы? Они уже. Выгружайтесь, копайте обратно. Первое отделение на связи? Да. Да, ну поверьте, я не знаю. Ой, захват, идете? Скажите, чтоб не умирали, сейчас точку заберем. Технику нашу выбить, никакую технику не давайте выбить. Мы реально будем не выбить. Ну, я видел, по вашему встречу меня прилетело. Что-то мы очки не получили. А, то что мы эту точку уже захватывали, наверное, да? Да. Были патроны. Плохо. Забирайте точку, блядь, последняя надежда. Забираем. Захват идет. Не могу поднять сейчас. Блядь, один тикет, хотя бы кто-то не... Я тебя сейчас выкину. Вертолет прям надо. Все сейчас нормально. Нет. Уже, ребят. На крыше школы лежит возле гнезда. Дать сюда просто карандаш. Возможно. Что, как стреляем? Сейчас проверю. Подожди, не стреляй пока. Ангар двигаешь. Это ангар.
Ты же забыл, как не дешанина. Я снял этого черта. Сопля. Сопля под мостом. Севера. Севера, привет. Заходи. Еще в кусты один спустился, не знаю, убили его. По идее на дорогу, но здесь как бы нет нужды. По-моему, это было с Чарли. Для вертолетчик. Короче, смотри, сапер. У тебя есть мешки с песком. Достань. Фобе один. Сапер, ты закопал? Ребята, оттягивайтесь, все, короче, сюда, блять, на фобу быстрее. Вижу. Там тридцатка ездит. У нас контакт был с тобой. Как умереть? Где-нибудь вот тут затихарись. И медик, то медик тоже затихарись. Я слышу, что они гивапаются, и у меня еще 72.
2 секунды есть, чтобы тебя дождаться. Охуеть, ну вот и убили вертушки. Вертушка падает. А вертушка апострофы! И я вот. Вот это батон фильтр, ребята! Самовар, ты что там делаешь? Обстреливают с запада от места. Пусть они подорвутся на мине, это там мина сзади Урала стоит. Блять, ты не успел нам бежать или... Они уже, короче, вот на мне, возле этой круглой пряни. Подходят к точке. Добро. Блять. Ну, хаб прям. Я пометил хорошо его. Убиваем их четко. Одного за одним. Я на точку. А, у нас там все сняли. Мы можем сейчас хаб снять. Будет толку, я понимаю. Успокоился. Мы им только хаб начали снимать. Мы ушли, так и не стали. Ворьер, блин, 240. Я раздал все. Сейчас поменял. А точно там же гранит не возьму. Заходи. Давай, я подниму. Что, погнали, пацаны? Ну да. Давай, параллельно. Я ППШ взял, хочу попробовать. Рядом со мной очень много появляется врагов. Где-то рядом со мной. Один за другим вылазит. Через дорогу.
получается. Пиздец, как они, сука, так и убежит? Я вообще с краю от него как-то увидел, ты что за бред? Техника есть какая-то, Паша? Да, ты серичка. Вызывайте вертолет, да, если. Интересно, вот по-любому какая-нибудь техника летающая, я думаю. Так у них же есть какой-то вертолет, нет? Где? Thank you.
себе взорвал? Гарбун, что-то далековато вообще. На мне противник. А, миномет где? Ребят, миномет где?
поставил тебе сейчас. Оттуда. Ты тебя же ранее не откинул. Сейчас с высока пойдут, они хап, наверное, ставят. Вертушка ушла. Самовар западнее тебя, 50 метров до холма. Я ранил. Наша фобит тачанка приехала. Не кидай больше, не кидай. У меня есть. Ну, если чего, у второго есть, да. Что, они отсюда идут, что ли? Был еще одного там на верхушке сидел, кстати. Я по Европе живой? Я еще не жив. Yeah.